Приветствую вас на канале Hardware Set Info. И сегодня я покажу, как на устройстве Xiaomi Mi LED TV P1 изменить временной формат. Для этого берем наш пультик, с его помощью переходим в настройки, затем в раздел настройки устройства, дата и время, и находим здесь часовой формат. Можем выключить 24-часовой USNO и 12-часовой, и наоборот. И на этом все. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки, и пока!